очки для Феди. Ой, Федя, привет. Здравствуйте. Привет, ребята. Здравствуйте. Федя, ты в очках совсем другой. Но не это, не на совсем. Доктор выписал очки на полгода, чтобы Федя хорошо видел вдаль. Федя, а будешь с нами в дартс? Давайте. Так. Федя, ну кидай уже. Зо, зачем ты меня поторопила? Ладно, этот не считаем. Кидай еще раз. А теперь ветер помешал. Точно. В яблочко. Федь, ну давай еще раз. Только очки надень. Мне и без них хорошо видно. А лужу не увидел. Ой, ой. Я просто под ноги не смотрел. Смотрите, какая красивая бабочка. Ого. Вот это да! А какая большая! Федь, а бабочка-то в другой стороне. А? Ну там тоже бабочка была. Улетела уже. Дети, а может быть сходим в парк аттракционов? Ура! Ура! Ой, смотри, Федя, цирк! А? Какой красивый! Где? Проехали уже! Ого! Смотрите! На дереве гнездо! Ого. С птенцами! Где? Ух ты! И наш дом видно! Ого! А? Ой! Глядите! Воздушный шар! А? Где? Не вижу! Где? Ты про облако? Он уже за облаком скрылся. Снежанна, привет! Я Анжела! Анжела, прости, я просто задумался. Не страшно. Дядя Козел, а что это вы делаете? Сегодня у нас конкурс по боулингу. Ого, с призами? Ага, все участники получают сладкую кукурузу и смогут покататься на любом аттракционе. Ура, давайте же скорее делиться на команды. Ой, надо было левее. 5-3 не в нашу пользу. Федя, твой ход. На тебя вся надежда. Зо, я не могу. Боюсь, промажу. Если честно, я не очень хорошо вижу кегли. Придумай же что-нибудь поскорее. Эх, сейчас. Ура! Ура! В очках ты самый меткий. Молодец, Федя. Кукуруза, билеты на аттракцион для всех участников.
Спасибо! Федя, а почему ты раньше не надел очки? Так ты сама сказала, что я выгляжу у них по-другому. По-другому? Значит, взрослым. Да, Федя, ты в очках такой интеллигентный. Они тебе очень идут. Значит, я зря стеснялся? Ага. На каком аттракционе будем кататься? А можно снова на драконе? Так хочется посмотреть на то, что не видел без очков. Берет. Ой. А? Спасибо, Бо. Я такая неловкая. Пожалуйста. Бо, будь любезен, помоги мне. Ого. Красивая пряжа, правда? И я уже придумала, на что она пойдет. Спасибо, Бо. Ты настоящий джентльмен. Ага. Ой. Вот. И вот так. Бо, пора домой. Пока. У меня для тебя сюрприз. Закрой глаза. Ух ты! В этом берете ты всех поразишь. Воля. Так. Ага. О. Жалко, что сейчас такое не носят. До свидания! До завтра! Мам, пап, я пошел гулять с няней. Хорошо, дорогой. О, Шарман. Здравствуй, Бо. А что же ты не надел новый берет? А сегодня еще тепло. Завтра надень обязательно. Обещают похолодание. Эх. Пап, я пошел. Там все уже ждут. А шапку-то, сынок? Здравствуй, Бо. Ты опять без берета? Да. Я боялся, что дождь пойдет, и он промокнет. Ты такой предусмотрительный. А сегодня? Боялся испачкать песочницу. Ты такой аккуратный. Бо, скажи честно, тебе не нравится мой подарок? Нет, что вы, просто я берегу его для особого случая. Ты разве не пойдешь сегодня гулять? Что-то не хочется. Мам, закрой, пожалуйста, форточку. Ты не заболел? Ну ладно. Бо, ты чего не вышел? Все тебя ждали. А тетя овца сказала,
что у нее для тебя еще один сюрприз. А? Мы все идем в музей. Этот, как его? Исторический. Исторический? Мой любимый. Ага, говорит, как раз особый случай, чтобы надеть новый берет. Я пропал. Что за берет-то такой? Тетя овца подарила. Он мне очень нравится, но он такой немодный. Меня в нем засмеют. Не засмеют. О, она и тебе связала? Не, это мамин. Идем. Хм, интересный стиль. Ретро? Ага, оно самое. Шарман! Опаздываем, молодые люди. Как видите, дети, великие воплощали в жизнь самые смелые и оригинальные идеи. А главное, они никогда, никогда не боялись быть собой. И носить береты. Девчачьи штучки. Как думаете, Лиске понравится? День рождения все-таки. Тяжеленький. Мне бы точно понравилось. А Лиске не знаю. Девчонки такие загадочные. А давайте, знаете что? Спросим у Зо. Хрю. Умопомрачительно. Ой. Сногсшибательно. Ам? Ой. Модница-огородница. Зо! А? Ого! А что вообще девочкам нравится? Судя по этому, вот. О, бусики, кексики, цветочки, куколки. Ты уверена? Ладно. Блесточки так блесточки. Так. О, вот. Дорогая Елизавета, поздравляем с днем рождения! Ой, ребята, вы уже пришли! Я сейчас! Минуточку! А где девчачьи штучки? Нету! Ни одной! Ха! И артисты какие-то незнакомые. А это не артисты, это изобретатели. Вы знаете, что все это однажды кто-то изобрел? Даже кексики. А наушники и фруктовый лед вообще изобрели дети, такие же, как мы. Ничего.
Ничего себе! Это да! Здорово! Я тут тоже кое-что придумываю. Только не хватает кое-каких деталей. Ой, пойдемте к столу, да? С днем рождения! Поздравляю! Спасибо! Вот, держи! Только с подарками мы это не угадали в общем. Ой, ребята! А? Да это же как раз то, что нужно! А? Ого! Другу что подарить? Чем его удивить? Вот тебе наш совет, тут секрета нет. Ни шары, ни цветы, другу нужен ты. Будет друг рад всему. Рад всему, что подаришь ему. В этот день сбудутся все его мечты. Если с ним рядом будешь ты. Подари! Детективная история. Вот. Все. Пап, а ты когда в город поедешь? Завтра. Собралась домой, Зо? Я нет. А они... Да. Ой-ой-ой. Больше ни одного учебника. Я пол-лета читала. Теперь только футбол, приключения и веселье. Каждый день. А? У меня же каникулы. Эй! Опа! О, привет, Серый! Держи мяч! А? Мяч? Какой мяч? Мяч! Привет, Зо! Давай вечерком! У меня новый детектив! Похищение шишки! А? Такой интересный! Вот, возьми почитать! Мы с ребятами... Не-не-не! Никакого чтения до 1 сентября! Ой, Макар, привет! Привет! Хочешь? О! А, и ты туда же! Серый туда пошел? Туда! Хоп! Ха! Привет, Зо! Серого не видела? О, привет! Ты не видела? А? Ну, хоть вы без книжек. Ой! Каких книжек? В этом-то и вопрос. Все что-то читают, все куда-то пропадают. Мы должны провести расследование. Да! Ура! Пап, мы к Серому!
Хорошо, только панамки наденьте и передайте тете волчице. Здравствуйте, ребятки. Здрасте, а Серый дома? Нет. За мной. А? Вот. Туда. Ну куда они все подевались? А может, они на поляне с шалашом? Может. А может, с ними случилось что-то ужасное? Ой! Спокойно, мы всех спасем. Туда! Вот. Я так и знала. Их похитили! Кого похитили? Ой! Такого не может быть. Мы регулярно читаем книги по безопасному поведению в лесу. Сережа! Сережа! Я тут, мам! Ой, вы все к нам? Сережа! Конечно, к вам. Мы тут вас ищем. Все копыта стерли, а вы не откликаетесь. А, так я же говорил, книжка новая. Такая интересная. Интересней футбола? Ну да, там злодеи похитили шишку, а команда детективов похищение. Целая команда? Можно? Держи. Это загадочная история. Сядь поудобнее и книгу открой. И чудеса начнут случаться с тобой. Ты побываешь в неизвестных лесах и на летучем корабле в небесах. Ты сможешь город отыскать на луне и проскакать на златогривом коне. У королевы на балу танцевать и в путешествие с гусями слетать. Ты сможешь сам. Конечно, сам. Пора подняться над север. Снегу в этом году намело, как на Северном полюсе. А где это, пап? Далеко-далеко на севере, Бо, где льды, снега и белые медведи. Это на вершине земного шара. Смотри. Туда добираются только самые смелые. Ух ты! Вот это приключение! Я ведь тоже смелый. С самой большой горки быстрее всех съезжаю. Решено! Отправляюсь в путешествие на север. Бо, ты смельчак. А то. Только на санках туда не доедешь. А я на лыжах поеду и к путешествию подготовлюсь как следует. И раз, и два. Бо, чем-то ты занимаешься? И три, и четыре. Готовлюсь к отважной экспедиции. На север один пойду. А теперь до качелей и обратно. Бу, смотри, не заблудись. Давай вместе пойдем. Спасибо, Коля. Герой-полярник справится сам. Ой, все хорошо.
Ребята побежали с горки кататься. Мы пока не можем. У нас тут Бо в экспедицию собрался. Помогаем подготовиться. Ух, чуть с пути не сбился. Мой папа говорит, если заблудишься зимой, нужно слепить себе снежную пещеру, чтобы согреться и переждать непогоду. Спасибо, Макар, то, что нужно. Во, какая пещера будет. На Северном полюсе в такую даже белого медведя можно позвать. На чай. С медом. Мы с тобой. Бо, давай вместе строить. Смелые путешественники в помощи не нуждаются. Я отправляюсь на Северный полюс один. Один? Это ты смело. Ну хорошо, тогда ты один тут справляйся, а мы пойдем поиграем. Какой ты у нас комочек кривой. Да, вообще не похож на снеговика. А что это у вас? Так это же полярный корабль! Ледокол! Получилось, сынок. Надо всем показать. Ребята, а? Ого, какой красивый и быстрый, наверное. И когда вы успели целый корабль построить? Когда берешься за дело с друзьями, все быстро получается. Экипаж, идет снежная буря. Все на борт. Заглох! Посылаю сигнал о помощи! О, друзья, скорее сюда! Можно спрятаться в снежной пещере! А? Дорогие путешественники, не пора ли вам подкрепиться? Всегда пора! Экипаж, буря закончилась. Свистать всех наверх. Брум-брум-брум-брум-брум. Двигатель запущен. Ура! Отправляемся на Северный полюс покорять льды и снега. Ребята, я был неправ. С друзьями в путешествии гораздо интереснее. И вместе всегда веселее. Бо, ты же всех спас. Капитаном будешь? Буду. Одну минутку. Капитан, матросы, улыбнитесь. Команда, полный вперед! Да, да, идем на север! Йо-хо-хо! Экскурсия. О! Итак, кто я? Голубь? Не-а. Жужелица? Нет. Я понял, ты бабочка. Да. Ого. А вы знаете, что раньше где-то здесь стояла древняя крепость? Ух ты, ух ты, как интересно! Тут написано, что в нашей деревне много невероятных мест. Хотите, вслух почитаю? Серый, ты лучше покажи. Экскурсию провести? Да, 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 да. Туристы, за мной! Перед вами старейший дуб в деревне.
Ого! В обхвате он составляет 3 метра. Очень могучее дерево. На всем протяжении дуба вы можете наблюдать кору. Кору? Это интересно. И кору непростую. Если потереться о нее спиной, можно услышать, как... А? У нас тут, между прочим, экскурсия, а не цирк. Мы этот дуб уже 1 000 000 раз видели. Видеть-то видели. А что вы про него знаете? Ладно, пошли дальше. Вот поселение наших древних предков. Это же просто камни. А вот и не просто. Эти камни помнят, как наши прапрадеды собирались рядом у костра, играли в кости и оставляли наскальные рисунки. На камнях рисовали? Так они общались между собой. А много времени спустя на раскопках тут нашли... Ребята? Да где они все? Серый, ну чего нашли-то? Найти своих предков. Они ждут вас уже 3000 лет. Даже древние орудия труда нашли, между прочим. А юные туристы потерялись. А когда мы в крепость пойдем? Наконец, самое интересное. Старинная крепость. А? А? Ура! Крепость? Где? Она прямо тут стояла. А что с ней потом стало? А потом перестала стоять. Значит, в крепость мы не заглянем? И в рыцари не поиграем. Может, тогда хотя бы отдохнем? Точно! Ай да, купаться! Серый, не сердись! Нам всем нужен перерыв! На качелях! Не получилась у меня экскурсия. А мне она понравилась. Ты на них не обижайся, Серый. Просто им скучно, когда нельзя все увидеть и потрогать. Увидеть, говоришь? Зо! У меня есть идея. Вот, всех привела. Можно начинать. Только не экскурсия. Экскурсия? Нет. Мы будем искать старинные артефакты. На этом самом месте стояла шахматная беседка графа Хрякуса V. Каждый раз, проигрывая, граф в раздражении разбрасывал фигуры. Ух ты! Ну, кто хочет их найти? Я! Мы! А ничего о ней не знал, Хрю. И я не знала. Серый, а о чем следующая экскурсия? Серый, а еще что-нибудь есть интересное? А давайте вместе почитаем и найдем. Давайте! Да! Ура! Гога. Задрай клюки! Начать погружение! Есть начать погружение! Люки-то надо было задраить. Ого, на борту незнакомец. Вообще-то, это головастик, а? Случайно к нам заплыл.
Ничего не случайно. Он с нами играть захотел. Этот Гога... Гога. Его Гога зовут. Добро пожаловать в нашу команду. Чувствуй себя как дома, Гога. Он у нас еще не освоился. Надо ему дом показать. Папа! Пап, а у нас Гога. Он с нами поживет. Хорошо? Хорошо, если вы уже подумали, как будете о нем заботиться. Заботиться? Ура, будем заботиться! Во! А это наш двор, Гога. Познакомься, Гога. Это мама. Мама, это Гога. Питомец, значит. Прекрасно. Давно кормили? Точно. Его же кормить надо. Хоп. Ну, как наш Гога? Не ест ничего. Может, его картошкой покормить? Головастики картошку не едят. И морковку тоже не уважают. А что они уважают? Водоросли любят из пруда. Вот. Ой. Ой. Ого! О! Ноги! Хей, гулять хочет. А? Нужна суша. Хорошо, мы сегодня о Гоге заботились, да? Ага, завтра его еще на самокате покатаем. Бо, вставай скорее, смотри! Хвост! Хвост исчез! Так теперь ему хвост без надобности. Гога скоро взрослой лягушкой станет. Как это? Обыкновенно. Головастики – лягушкины дети. А? А что нужно лягушатам? На пруду жить со своими. Гога с нами живет. Мы ему не чужие. Тогда вы должны желать Гоге добра. Считайте, он вас погостил на каникулах. Прощай, Гога. Даже не попрощался. Ребята, чего рога повесили? Грустно, когда заботился о ком-то, а потом стал ему совсем не нужен. Бо, тебе всегда будет о ком позаботиться. Положи сестре салат. А? Соседи, собирайтесь! Скоро концерт начинается! Концерт? Ла-л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 а-
Может, и Гога там поет? Конечно! Слышите? Спасибо, Бо и Зо! Игра для всех! Дети, держите бочку для творчества. Спасибо, пап! А давайте из нее барабан сделаем. Может, ракету? Для кукол. Или будем в нее мячи кидать. Все это мы уже делали. Я придумала новую игру. Магазин «Коровкин огород» открыт! Налетайте, покупайте! Ого! Что продаешь? Вот груши, очень сладкие. А здесь морковка, капуста, картошка, свекла. Все для вкусного обеда. А ананас есть? Держи, Бо! Только что привезли из далеких южных стран. Вот это повезло! Спасибо, Зо! Груш, 0,5 кило, пожалуйста. А пахнут как! Капусту ничем вредным не поливали? Что ты, Коля? Только родниковой водой. Уродилась капустка. А имбирь есть? А как же, Серый? Бери, быстро разбирают. А мне, пожалуйста, вот это и свеклу. И это, салат приготовлю. И суп, и рагу. А, спасибо. А как же я? Луковица осталась. Берешь? Ну вот, все самое вкусное разобрали. Макар, завтра приходи. Я тебе много камней, овощей, фруктов насобираю. Не хочу завтра, сейчас хочу. Лучше я свой магазин открою. А вот кому грибок на один зубок. Гриб белый, а грибник умелый. Нет! Так нечестно. Это я придумала эту игру в магазин. Два магазина лучше, чем один. А три еще лучше. А я чем хуже? Тоже что-нибудь продам. Грустный выдался денек? Съешь веселый пирожок и счастливый колобок в магазинчике Борис! А кому желудей зеленых, моченых и соленых, разных вкусов ураган, магазин «Лесной кабан»? Медведь сладкоед, вам малину надо? Нет. Листья, коряги, ветки и травки найдете у Лиски в творческой лавке. Книгу купи, чтоб наполнить досуг. В моем магазине книжный сундук. В общем, для приятного чтения. Какая-то скучная у нас игра. Все потому, что надо играть по моим правилам. Зо, что-то случилось? Они мне всю игру испортили. Ой-ой-ой, наверняка они не специально. Очень даже специально. Это я в магазин играть придумала. А они потом свои пооткрывали. Мне кажется, нужна такая игра, чтобы интересно было всем. Всем? Кажется, я поняла. Спасибо, мам. Что это вообще за игра? Камни продавать? А шишки что? Лучше, что ли? Или коряги какие-то? Это не коряги, а детали для творчества. Не то что песок и обычные желуди. Обычные? А чем тебе желуди не нравятся? Про них даже в книжках пишут. Скажи, Серый. В книжках о такой ерунде не пишут.
Может, скажете, что моя малина тоже ерунда? Стойте, не уходите! Давайте устроим ярмарку! Это где все продают ненужные вещи? Опять! Нет, щедрую ярмарку, где одни подарки. О, подарки? Давайте! Ура! Танцуют все! Самый лучший пират! И вот так. Чего-то не хватает. Ой, кто это? Пират. Может, этому пирату примерить шляпу и усы? О! А можно я покажу костюм Мусе и Феде? Конечно. Зо, ты со мной? У меня уроки, потом приду. Приходи. Ой. Готово. А теперь награждение. Золотая медаль самому лучшему строителю замков и самой лучшей строительнице ветряков. Эгегей! Вот пират семи морей! Йо-хо-хо! Где мои золотые сокровища? Ничего себе костюмчик! Неплохо. Ага. Шляпа и усы. Ага. Сам сделал. Ага. Ой. Тогда тебе золотая медаль. Самому лучшему модельеру. А нам костюм сделаешь? Обожаю костюмы. Сейчас принесу, из чего их делать. И я! Ой-ой-ой-ой-ой! Зачем я соврал? Я же не умею делать костюмы. Что теперь будет? Случилось ужасное. Бо, что такое? Я случайно сказал, что сам сделал свой костюм. Теперь Муся с Федей просят тоже сделать им костюмы. Но я же не Зо, у меня не получится. А медаль за что? За костюм твой. Хочешь, отдам? Нет, спасибо. Чужих медалей мне не надо. Я же не пират. Может быть, надо сказать правду? А что скажут Муся и Федя? Я слышала, у пиратов есть кодекс чести. И бесстрашие там на первом месте. Это значит, что пираты ничего не боятся? Да. Но если я скажу, что не умею делать костюмы, получается, я сдамся и не приму бой? А ты сражайся, только по-честному. Тогда я пошел. Значит так. Ать! Ого!
настоящий индеец. Муся, а ты настоящий ковбой. Вот, самый лучший модельер. Лучший на Земле. Лучший в мире. Лучший в Солнечной системе. Лучший модельер во Вселенной. Ребята, да я не это... Я не лучший модельер во Вселенной. Это Зо. Зо сделала мне костюм. Она лучший модельер. А я пират. Украл ее награду. Вот. Теперь все правильно, как в кодексе настоящих пиратов. Привет! Здесь костюмы делают. Можно и мне тоже костюм? А? О! Сделаешь? Ха, пират. Угу. Ты настоящий модельер. Спасибо, я у тебя научился. Тогда Зо будет самым лучшим учителем модельеров. А Бо самым лучшим пиратом-модельером. Самым честным пиратом-модельером. Тысяча честностей! Ой, боюсь! На-на-на-на-на-на! Дракон, спасайся бегством! Я отважный рыцарь, и сейчас я буду тебя побеждать! А я... Очень смелый дракон. Я тебя ни капельки не боюсь. Мяу. Фрррр. А я страшное, ужасное, кошмарное привидение. И я вас всех напугаю. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Рыцарям и драконам пора спать. А привидениям? А привидениям особенно. Мам, то есть, мам, ну можно еще часик? Полчасика? 10 минуточек? 5. Но потом сразу в кровать. Спасибо, мам! Ну что, кто там бесстрашный? Ой, мам! Конечно, есть. Вы думаете, привидения живут только в сказочках и старинных замках? Ха-ха-ха! Как бы не так. Они живут везде, в нашем городе их тысячи. Но они прячутся под кроватями, за табуретками и даже в маленьких тумбочках маленьких деточек. Мамочки! Нам нужен телефон защитников от привидений. А я всегда папу зову, когда страшно. И маму тоже. А может быть, все-таки сами справимся без мамы и папы? А-а-а!
боюсь. Я тоже. Сами не справимся, Бо. Угу. Идем. Стойте! Что мы им скажем? Я же все про привидения навыдумывал. Ну и что, что навыдумывал? Нам же страшно. Угу. А если они смеяться будут? Подумают, что мы трусливые трусишки. Дорогой, как ты думаешь? Вот еще маленький, но смелый. 5 букв. Бо. Борис. Бо у нас герой. Наши дети вообще очень смелые. А? Мы сами найдем защитника. Это будет... Вот кто! Подойдет. Особенно, если их будет двое. А лучше трое. Проводить вас до кроватей. Спасибо, папа Бык. Мы под защитой. Если вдруг будет страшно, вы знаете, где нас искать. За окном стемнело, посмотри. Загорелись всюду фонари. Поскорее глазки закрывай, ушки на подушку и бай-бай. Облака плывут, как корабли, с ней летят нам с краешка земли. Лунная дорожка, посмотри, звездочки сияют, раз, два, три. Солнце сейчас придет, сказку принесет. Боюсь.